Уникальное озеро Чедыр имеет статус памятника природы. Курорт на Минеральном озере существовал еще с 30-х годов. Здесь сегодня заново отстраивается одноименный санаторно-курортный и оздоровительный комплекс. Необходимо отметить, что это во многом не восстановление, а строительство совершенно нового и современного комплекса. На данный момент возведение здания лечебного корпуса, столовой и административным зданием выполнено на 90%. Завершаются работы по чистовой отделке помещений. Добавим, что в столовой все необходимое оборудование также уже имеется. Можно сказать, уже на 90% комплекс уже завершен, ну, строительной части именно. Ведутся чистовые, отделочные работы внутри помещений, да, оснащение мебелью. Получается, ну, завоз еще медицинского оборудования тут, как вы уже заметили, уже осуществляется. Завершено вот капитальный ремонт трехэтажного здания. Уже мебель внутри стоит, предстоит побелка, покраска. К открытию туристического сезона, ну, имеется в виду этим летом, ну, в июле, в конце июня уже будет запущено как дом отдыха, а дальше уже предстоит большая работа по получению медицинской лицензии. Это очень большая процедура. На сегодняшний день завершено строительство из 6 одноэтажных жилых корпусов. В каждом из них по 15 комнат. В номерах уже установлена мебель, есть свет, тепло, кондиционер, имеются отдельные санузлы. А в скором времени оборудуют холодильниками и телевизорами. Оздоровительный комплекс рассчитан на 238 мест. Подрядчики тоже хорошо выполняют свою работу. Уже здесь асфальт постелен, ведутся благоустроенные работы, завершены работы по благоустройству аквацентра. Аквацентр с комплексом бассейнов детским и взрослым, а рядом ведутся работы по строительству пристройки, где можно будет спрятаться от палящего солнца, переодеться или же прохладиться напитками. Вместе с тем, недалеко от озера построены 10 кемпинговых домиков за счет внебюджетных инвестиций. Отметим, что домики будут круглогодичными, установят теплый пол, бойлеры и не только, а рядом расположится песчаный пляж. Также нас предусматривает строительство спортивных площадок, волейбола, мини-футбола и теннисных кортов. В данное время сегодня работает, значит, 90 человек. Строительство всех корпусов закончено. Сейчас внутри производится только отделочная работа. На сегодняшний день главный врач здравницы уже назначен. Ведутся работы по формированию персонала. Основное лечение – это грязевые ванны. Процедуры помогают при заболеваниях кожи, суставов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и по гинекологической части. Реабилитацию будут проходить и участники специальной военной операции. Впереди работы по благоустройству и озеленению, а также ожидается процедура по получению лицензии на проведение медицинской деятельности. Чинчика Шпукол, Айрасад, Буян Мангуша, Азамат Учур, телеканал Тува-24, курорт Чедыр.